Время возможностей. В городском округе Фрязино растет число женщин-бизнесменов. В Наукограде зарегистрировано около 2000 индивидуальных предпринимателей, из которых 750 – дамы. Где чаще всего работают женщины? Обычно это сфера услуг, образования и ухода за детьми. Виктория Мухина, мама двоих ребятишек, открыла семейное кафе, концепция которого – объединение детского развивающего центра и точки общепита. Очень важно создать условия для того, чтобы было комфортно и детям, и взрослым. И мы постарались сделать именно такое место. По сути, это совмещение идеи детского развивающего центра с кафе со своей вкусной, интересной кухней. И у нас есть такой потрясающий детский зал, где будет всегда работать бесплатная няня для наших гостей, которая будет увлекать детей игрой. И в этом же детском зале мы будем проводить большое количество развивающих и развлекательных мероприятий. Благодаря поддержке государства начать свое дело стало гораздо проще. В Московской области разработан комплекс мер государственной поддержки для начинающих и действующих предпринимателей. Например, региональные центры «Мой бизнес» предоставляют консультации, проводят обучающие семинары, помогают составлять бизнес-план и решают другие задачи бизнеса вместе с предпринимателями. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.